Мы тебя приветствуем, мимо проходящий зритель и подписчик моего канала. С тобой Айскары. И мы продолжаем проходить Resident Evil 2. Короче, в прошлой серии мы поиграли за женщину. А как ее зовут, я забыл. Я, короче, не помню. Факт в том. У нас есть 4 патрона дробовика, 17 патронов в пистолете. И куда дальше идти, я не помню. Но, скорее всего, нам куда-то в шлюз. Ну, давай сначала верхотурье проверим. Чё у нас тут? Да, я тут поднялся, короче. Ну да, нам путь один вниз. Поехали. Так, и куда? Да ну не. А может не надо? Может не надо? Ну, видимо, надо. Эх, ну что, народ, погнали нафиг. Ёлы-палы. Чё у нас тут? Чего? Какой приятный запах. Вот тут ты, Крис, прав. Ой, какой Крис? Подожди, Леон. Это ж Леон, камон. Так, тут есть что-нибудь вкусненького? Нет вообще? Так, ну-ка карту открой, пожалуйста. Да, тут что-то где-то есть. А я, скорее всего, в начале где-то профукал, да? Да-да-да, по-любому где-то в начале. Сейчас я фастом пробегусь, проверю. Вдруг пульки там, аптечки. Вот, смотри. Смотри, пульки. Все, смотри, в начале были пульки. Теперь у нас целых 27 пулечек есть. Неплохо. Я считаю, это более чем замечательно. Поэтому мы с тобой отправляемся дальше в путешествие по канализации. Так, теперь... Ага, вопрос на миллион баксов. Куда мне, налево или направо? Давай сходим налево. Скорее всего, там тупичок будет. Я надеюсь на тупичок и надеюсь... Сука. И патроны для дробовика. Где? О, 6 патронов. Жалко, что в этом пистолете пусто. Ну ладно. И чё? Все же? Ну да, все по идее. Вот честно, я бы обосрался идти бы так. Вдруг в таком зомби-апокалипсисе вдруг какая-нибудь шняга цепанет тебя за ногу. Или еще что хуже. Так, а что по здоровью? Здоровье все хорошо по аптечкам. А у меня все плохо по аптечкам. По аптечкам у меня все мак... Привет. Шел вон. Молодец. Да ладно, в нем не... Ну, камон. О. Видеокассета USSS. УС. Ну, по сути, да, мне сюда. Есть что в тебе, нет? Ни ножика, ничего нету. Так, тут что у меня по карте открыл? Ага, тут что-то есть. Скорее всего, где-то вот здесь. Так. Не, ничего нету, ну ладно. О, смотри, какая-то... Treatment... На, ключ надо. Treatment Facility. Ага, Facility какая. Ну, полюбасов встанет. А ведь? Тут скотина. Да ладно. Серьезно? Че, ты идешь сюда? Нет? Нет, ну и хрен с тобой. Деталь устройства. Ага. Значит...
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вообще найс шутинг был просто. Нужен ключ. Хорошо, ключ так ключ. Так, а мы вообще где? А хрен его знает где. О, смотри, что-то есть. Че? Ножик, хуёжик. Эй, чё? Ну, эта канитель поднимается, типа. Но мне полюбасу не туда. Может, сюда? А-а. Сюда? А, блин, да куда? Кому? Есть чё? Не, нету ничего. Точно ничего нету? Значит, мне явно не сюда. Хорошесно, поднимайся. А куда мне тогда идти? М? Чё-то я не знаю. О! А вы что тут обнимаетесь, что ли? Ну, приятного времяпрепровождения вам, ребят. Может, типа хоп-хоп-хоп? Не, не канает. Слушай, а может... Может быть, это типа... Нет. Штекер в форме ладьи. Не. Вообще ничего нету. Ну, ладно. И куда мне этот штекер типа можно впаять? Для штекера какой-то. О, здоров. А ты чё здесь, братан? Нет, тут какая-то загадка. Ну, блин. Загадочные загадки. Может, сюда типа дверь открылась? Да нет. Хм. Давай обратно штекер. Хоп. Но мне ж не зря надо туда в канал идти. Ну, давай сейчас сходим. Еще раз посмотрим, что. Ну смотри, для этой фасилити нужен ключ. Где найду быть этот ключ? Я даже не знаю. Хм. Ну пошли поищем. Может, я где-то тут я должен надыбать? Может, типа вниз? Да, смотри-ка вниз. Ох ты, ёпть. О, твою мать. Да, Леон, тут ты прав. Мы прям с тобой в самой жопе. Синяя трава. Да нахрен. Ага. Вентиль нужен. Пошли искать, чё. Ага. Что это за говнище было? Я что-то не вкурил. О, смотри. О, высококачественный порох. Неплохо. Что это? А ты кто? Хорош блевать, Куда в тебя стрелять-то? Да иди ты лесом. Ух ты, ё. Спокойненько, спокойно. Алло, у меня патрончиков-то так-то не так-то и много, лови. О,
О! Ты все, нет? Ты сдохла, мразь? Сейчас окажется, что живая, блин. Может, я типа отогнал ее? На 10 раз. Может, мне типа убежать надо от нее? Ты точно все? Все, нет? Фу, крокозябра сраная, у меня один патрон остался. Видимо, его надо для себя предсохранить. И ничего даже нету, понимаю. Понимаешь? Ни хрена, в смысле? Да вроде хорошо все. А, это, наверное, то, что это. О! Трамвайка. Фуникулер. Интересно. О, амбрелла. Ха. Как вам такое? Так, ну мне, наверное. Поехали. Скажи, что это сейф-рум. А. Копия письма в офис Амбреллы. Директор Оуэнс. По всему Нест раздаются сигналы тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу и не могу связаться со своим руководителем. Мы застряли в западном крыле. Прошу, скорее пришлите кого-нибудь на помощь. Доктор Оуэнс. Ситуация вышла из-под контроля. Нест заражено вирусом. Поверить не могу, защитные меры не сработали, будто их и не было. Диверсия извне? Неестественно. Чё? А, единственное возможное объяснение. Но почему? Мейер и Ким мертвы, никак не могу откашляться. Почему вы не отвечаете? Директор Оуэнс. Вы так это ваших рук дело. Она пропала. Вот Харрен его знает, куда она пропала. Погодя. Хрен его знает. У меня, чуваки, у меня один патрон остался. Вот. А, может, туз? А, тук? Ня. Ну-ка, стоп, а у меня есть какие-нибудь документы? Копия. Никаких фоток. Ну, блин. Ну чё, погнали нафиг. Я, честно, я не знаю, что я буду делать с одним патроном, но у меня один патрон. Чтоб ты понимал. У меня есть один высококачественный порох, но больше у меня ни хрена. О, карта. Вижу карту. Да, мне тоже не нравится этот звук. А давай ты не пойдешь на плохой звук. Леон, ну пожалуйста. О! Ада. Ада ее зовут. Я иду, Ада. Так, оп. Карта, неплохо. О, пулечки. Пулицки. Пуля, 8 патрончиков всего, что так мало-то? О, так это сейф, ништяк. Ну-ка. Брошюра строителей канализации. Обращение генерального директора. Благодарим вас за интерес к Knights Construction Company. Дебют нашей компании состоялся более 20 лет назад, и за этот немалый срок нам довелось наладить канализационные сети в лучших городах нашей страны, но мы всегда следовали двум главным принципам. Вся жизнь, игра и стиль превыше всего. Компания КСС твердо верит в то, что даже подземная работа должна оставаться верной своему неповторимому стилю. Наши канализационные системы просты в использовании, словно пешка, но их качество не оставит равнодушным даже короля. КСС – выбор победителей. До встречи на поле битвы, гендиректор Kingston Construction Company, почетный член Международного шахматного альянса.
почетный куратор шахматного клуба Ракун-Сити, почетный директор шахматной гильдии имени Фишера РБ Фишер. Прекрасно. О! О! Использовать. Смотри-ка, видик есть, давай посмотрим. Ну-ка. Прошу, умоляю. Хватит, прошу, хватит. Пожалуйста. Не надо, не надо. Я здесь, урод поганый. Нет, не трогай его, не трогай его. А чё, мыши хлеб? О. Вирус. Готов поспорить. Что ты там готов поспорить? У меня только... Ну ладно, давай достанем. Объединить. А, S плюс S нельзя. Ладно. Так, ну ладно. Ага, кассету уже можно хранить. И у нас 3,7. Но я думаю, пока вот это все пускай будет. Выбора особого нет, но, естественно, сохранимся. Где? Поехали. Неплохо. Так, давай здесь посмотрим, что... О, здесь что-то еще может быть. Угу. Надо... Как открыть дверь в зону У? Я потерял инструкцию, где написано, как открыть дверь в зону У посреди всей недавней суматохи. Знаю только, что надо воткнуть по штекеру в каждый разъем. Если кто помнит, какой штекер куда втыкать, прикрепить инструкцию на эту доску за мной должок. Штекеры. Определенно ладья и конь на одной стене, а слон и ферзь не рядом друг с другом. И еще ферзь и ладья были друг напротив друга. Чего? А конь? О, это конь. Коня надо впаять сюда, смотри. Оп. Есть контакт. Ах ты ж, сука. Я не помню, это ладья, по-моему, да? А это пешка. Пешка должна быть... Может, мне типа одну взять надо? Подожди, что там было написано? Определенно, ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. И еще ферзь и ладья были друг напротив друга. Подожди. Ладья это... Твою мать. Тысячу лет в шахматы не играл, даже не помню. Я сейчас взял... Ну-ка, подожди, тут же должно быть написано. Дали устройство. Изучить. Слон, это слон. Ладья и конь на одной, а слон и ферзь не рядом друг с другом. Ферзь и ладья были друг напротив друга. Ладья и конь на одной стене, а слон и ферзь... А слон и ферзь... Блин. Ну-ка, подожди. Подожди. Слона это надо изучить. Коня. Ну сюда конь по любасу идет. Потому что тут прям написано, что это конь. Еще раз. Ладья и конь. А слон и ферзь. Подожди. Ферзь и ладья. У меня слон. Ладья и конь, а слон и ферзь. Мне кажется, смотри. Это пешка должна быть, да? Ну-ка, подожди, давай сейчас изучим. Пешка. Да, это пешка. Пешка идет у нас вот сюда. Ладья и конь. Подожди. Так, ладья и
конь. Сюда, значит, ладню, ладью. Сюда, смотри. Мы втыкаем вот эту. Слона. Сюда идет что-то. И сюда идет... Короче, потом разберемся. Че? Видеомагнитофон. Короче, ладно, пошли искать штекеры. А уж потом будем разбираться. Блин, какая сложная загадка. Угу. Поехали. Это вот так вот, значит. Так, это мне мост. Это мне туда. Либо сюда. Тут эксит. Слушай, да пошли отсюда валить нахрен. Ладно, шучу. Я вижу зеленую какую-то траву. Еще и пароль. Ты же встанешь, да, козлина? Да, эта козлина встала. Все, до свидания. Побежали, побежали, побежали. Леончик, жми. Угу. Валим, 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 валим. Экономим патроны. О, еще трава синяя, да? Красная. Красная, отлично. Объединить с зеленой. Объединить. О, ништяк. Трехсоставная лечилка. Нормас, приспособление. О, это то самое, короче. Ты понял, да? Понял, понял. Так, спокойно, не искри. Так, квитанция доставки. По адресу, указанному вами при заказе, был доставлен следующий товар. Огнестойкий сейф, одна штука, кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступать к использованию товара. Боковая стенка. Ну-ка, пошли-ка посмотрим. Там, походу, паролина есть прямо на этом. Ну, тут есть зомбак. Так, месье, давай. Давай ты просто, короче, ну, как бы... Да. Ну, пожалуйста. Спасибо. Блин, 5 патронов. 5 патронов. Это, конечно, не камильфо. Так, вот чекать пароль. Там где-то пароль должен, типа, быть, наверное, штрихован, да? На боковой стенке. 2 влево, 12 вправо. И 8 влево. 2, 12, 8. Нет, стоп. Да, правильно сделал. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть курить. О! Ложа для дробовика W870. Есть курить! У меня типа дофига мощный дробовик теперь, да? А, видимо, во всех этих сейфах улучшалки какие-то, да? Давай ты просто отъедешь. Все, до свидания. Я пошел. Goodbye. Так, тут ничего нету. Хорошо. Ой, привет! На! Че, пробел? ЛКМ пробел? Пошел вон. Козлина. Блин, 2 патрона осталось. Так, тут что-то... Блин, тут чуваки. Твою мать, как много здесь чуваков. А у меня... Патронов нифига. Так, мансуй, 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 танцуй. Танцуй, мансуй. Юзай быстрей. Оп. Красиво. Тут что-то еще есть. Пошли поищем. Вдруг патроны. Ну, конечно, граната. Зачем мне граната-то, игра? Мне граната не нужна, мне патроны нужны.
Мансуй, 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 мансуй! Ну, Кри! Фу! Какой Крис? Леон, братан, ну ты что? Так, бежим, 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 бежим. Тут я подрахался. Да пошел ты в жопу, мужик! Не-н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 е. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, уйди нафиг. У меня патронов нету на тебя. Бац. Хорош. Давай, 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 давай. Хорошо. Еще понадобится. О, лифт мастерской. А что здесь у нас есть? Опа, патроны для дробовика, хорошо. Три всего. Are you fucking seriously? What the fuck? Я уже думал, лифт не работает, блин. Так, чё по здоровью, блин, внимание, здоровья мало. Здесь жмурик. Скажи, что ты мертвый. Пленка. О, сумочка есть, курить. Отлично. Блин, ну я не хочу сейчас хавать трауту навороченную. Пистолетки. Ништяк, у нас теперь 11 целых патронов. У-у-у. Живем, ёпти. Так, ну тут все типа. А-а-а. Да. Мужик, слушай, отвянь, а. Это ладья же, да? Да, это ладья. Пшел вон. Подавись ножиком. Блин, а надо было сохранить, мне кажется, гранату. Ну потому что, смотри, посюда я уже не пройду. Это факт. Я могу только пройти вот, как я шел. То бишь лифтом. А там меня ждет чертила. Ёма. Причем это чертила меня прямо же тут ждет, рядом. Где-то здесь, а. Вон это чертила. Как мне проходить? У меня патронов нет. У меня 14 патронов всего. Ну ладно. Э! Можешь как-то мансануть. Ух ты, ё. А, там... Блин. Может как-то посюда получится. Через... Отвянь! Шел вон. Да я ж нажал пробел, алло. Ну-ка. Придется кушать. Хорошо. Отлично. Может быть, даже не придется через ту хрень мне проходить. Да, не придется. Или придется. Или не, вроде не придется сейчас. Тут вроде есть проход, я надеюсь. Где-то тут. Да, 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 да. Давай-ка сейвнемся на всякий пожарный. Так, сохранить хорошо. А, это этот кейсик. Так. Перевернут ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Еще ферзь и ладья. Ладья. Так, куда я впаял? Я впаял ее. Ну да. Это значит... Открыл? Или нет? Да. Ну смотри, зеленым горят же. Или нет? Ладья и конь на одной стене. Ну ладью с конем я воткнул. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Слон и ферзь, 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 слон и ферзь. Подожди, это чё? Это ладья. Ну-ка еще раз, подожди.
Да ладно. Ты чё припёрся? Почему я не могу взять и раздавить ему хлебальник? Чтобы он сдох и не вставал больше. Ладья и конь на одной стене. Вот конь. Да, вот ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом с друг с другом. Слон и ферзь не рядом с друг с другом. Ферзь и ладья были друг напротив друга. Вот, смотри, вот. Типа... Слон? Слон. Ферзь и ладья. Ферзь. Иди. Конь. Ферзь. Это вот. Нет. Это пешка. Подожди. Кто? Ферзь и ладья были друг напротив друга. Вот. Ладья. И ферзь нужен. А, это слон. Ладья и конь на одной стене, а слон и ферзь не рядом друг с другом. А еще ферзь и ладья. А где у меня ладью надыбать? А, мне еще надо. Мне еще где-то две надо, да? Определенно, ладья и конь на одной стене. Ладья и конь. Вот ладья, вот и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Слон и ферзь. Слон. И ферзь. Вот слон. А вот ферзь. Они не рядом друг с другом. Ферзь и ладья были друг напротив друга. Это по-любому, смотри, это берем. Это мы втыкаем сюда. Это сюда. Это получается мы берем. Втыкаем сюда. Сюда идет то, что... Что там? Ладью надо надыбать. Или ферзя. Ферзя мне надо надыбать. Получается все. А где мне их тогда искать? Где-то наверху, наверное. Дисковый замок. А где мне в натуре тогда их искать? Где мне ладью-то надо надыбать? Ну ладно, ребятушки, я думаю, тогда мы ладью будем уже искать в следующей серии тогда думать. Но, а я вам скажу так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Заглядывать в... Тьфу! Ты чё? Я с некоторыми словами что-то проглатываю. Капец. Не забывайте заглядывать в описание, там вы увидите ссылку на паблик ВК и Discord сервачок. Ну и до новых встреч. Пока-пока.